Александра Аксамытного выводят в наручниках из зала суда. Подозреваемого в организации нападения на охрану госпредприятия «Кривбаспромводоснабжение» взяли под стражу в СИЗО на 2 месяца. Выйти он не сможет даже под залог. Решение вынес судья Покровского суда Ростислав Дехта 25 ноября. А ранее ночью Фемида оказалась неумолимой и к сообщнику экс-регионала Фариду Портоеву. 23-летний задержанный начал жаловаться на плохое самочувствие и требовать медиков. Но две бригады скорой, а также приехавший врач ничего серьезного не обнаружили. Так, открываю ручек. Рот открываю, глотаем. Держим в руке. Ищи. Держим в руке, не глотаем. Не, ну зачем плеваться? Фарид, давай мне. Плевать не можешь, получается. Разговаривать не можешь. Аресту бывшего главного эколога области времен Януковича и его юного сообщника предшествовала целая серия обысков на предприятиях самого Аксамытного и его окружения. В ходе следственных действий обнаружили крупную партию наркотиков, несколько единиц огнестрельного оружия, боевые гранаты, документы, паспорта, многочисленные расписки и печати различных фирм. Решается вопрос об открытии в отношении фигурантов новых уголовных производств. Можешь позвать Михаил, остальное в пакетах будет. Так я буду записывать. Напомним, предприятие родной сестры Александра Аксамытного должно было разводить мальков в Южном водохранилище «Кривбаспромводоснабжение». Вместо этого, как утверждают в госучреждении, бизнесмены браконьерствовали, загрязняли санитарную зону и уничтожали рыбу запрещенными средствами ловли. После того, как с нечистыми на руку предпринимателями разорвали контракт, они вместе с группой молодчиков пробрались на территорию государственного объекта и устроили драку с охраной. Тогда пострадали 13 сотрудников «Кривбаспромводоснабжения». Во главе зачинщиков беспорядков, как показывает видео, снятое на месте происшествия, стоял именно Александр Аксамытный. Юлия Емельянова, Галина Гонзенко, Олег Ермолинский, Андрей Чечель, Александр Бондаренко, Роберт Сиваков, Первый городской.